Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение Cooking Simulator. В прошлой серии мы удивили критика, ой-ой-ой, что с своим языком, удивили критика, получили вторую звездочку, ну или как она там правильно называется, второй уровень оценки ресторана, и в этой серии мы будем стараться изо всех сил, дабы получить третью звезду. Возможно, это получится у нас с тобой, а возможно и нет. Хотя у нас критик-то не приходит, поэтому вряд ли получится. Подготовительная фаза мне особо не упирается сейчас, поэтому давай-ка мы ее пропустим от греха подальше, чтобы время не тратить. А что она у нас... Она нам не нужна. Новый заказ. Гаспачо, это первый раз. Огурец, помидор, красный болгарский перец, чеснок, хлеб. Твою мать, как много всего-то. В комбайн. А комбайн это у нас что? Это вот эта вот шарага или что? Или нет? Да, чаш комбайна. Значит, сюда надо добавлять. Так, давай сюда. Огурец 320 грамм. Сюда я тоже тыкну. Огурец 320. Это сколько? Это два огурца. А давай мы, короче, возьмем, блядь, какую-нибудь кастрюленцию. Утварь. Ну, нажмись-то, утварь. Большую кастрюлю купим. Ну, где она? Есть-то. Что-то у меня сейчас с внимательностью не очень хорошо. Большая кастрюля. Купить. И будем накладывать сюда все, что нужно. Огурец. Второй огурец. Помидор 360. Ага. Красный болгарский перец 480. Две штуки. Чеснок 20 грамм. Хлеб 150 грамм. Опа, половину буханочки надо положить. А зачем хлеб туда класть, я не знаете, нет? Что-то я, может, что не пойму. Измельчить вместе с хлебом всю эту вот эту уж кашу и... Странно все это, ну ладно. Ну, где-то здесь. Хрен его знает. Может и нет. Может и не здесь. 150? Да, почти 150. Больше не меньше, поэтому хуже не будет. А... Добавить... А, измельчить. Это все в комбайн. Это все в комбайн надо было положить. Половину высыпал, блин. И довольный ходит. А можно как-нибудь чашу комбайна взять? И в нее все вот это вот переместить. Да чтоб тебя, ну. Куда ты вот упал? Вот он. Зачем так высоко подкидывать? Ну-ка. Ага. Огурец. А, вот это дело сюда. И нажимаю на кнопочку запуска. Все, наверное. Готово дело. Добавить ингредиентов оливкового масла, винного уксуса, соли, черного перца. А варить не надо, что ли? Добавьте ингредиенты оливкового масла. Твою мать, что за каша? А, сейчас в кастрюльку перелью. Я просто по старинке суп в кастрюлю хочу налить. Отлично. Уже хорошо. Перелил, молодец. А, вот в эту кастрюлю сейчас надо налить оливковое масло 30 мл. Что-то прям какой-то дикий рецепт. Надо попробовать его в жизни посмотреть, а то я что-то как-то даже не понимаю, что это за суп такой. А, где оно? Оливковое масло, да? Оливковое масло 30. Ага. Угу. Винного уксуса 30. Дешевый, кстати, винный уксус. Ну, побольше, опять же говорю, побольше, не меньше. Соли 10 миллилитров. Миллиграмм. Грамм. Черный перец 10. Так, это туда тогда поднесли. Соль и черный перец. По 10. К...
каша такая дикая получается. Вообще отрава, блин, а не суп. Так, хорошо. И что дальше-то? Налить x миллилитров жидкости в глубокую тарелку и подавайте остуженным. А, украшение шнит лука... А, шнит лук 8 грамм. Он, получается, вот здесь должен расти. А, это обычный лук, елки-палки, зелененький. Чё придумал, шнит лук какой-то. Глубокая тарелка. Беру глубокую тарелку. Беру поварёшку. Беру раз. Беру два. Вешаю поварёшку, мыть её не нужно. Сколько грамм там? 8 грамм. То есть две веточки, наверное, да? 4 веточки. Раз, два, три, 4. Ляпота. Такой себе супец, конечно, выглядит не очень. Ой, что такое? О, смотри-ка. Подать блюдо. Параноик. Гаспачо. Пятизвездочный гаспачо. Отлично. Жалобы гостей нет, жалоб. Окей. Хорошо пошла. Слушай, прям... Супец какой зашел, да? Поспешите с этим заказом, наш гость не может ждать. Может он ждать, ничего с ним не случится, блядь. 8 минут подождет. Первым делом самолеты. Так, по 4 грамма, по-моему, там нужно. А, по 5 грамм черного перца и соли. Беру лосося. Ложу, блядь, что-то за слова такие. По 5 грамм соли и перца. Ага. Все это дело на растительное масло 10 миллилитров. Угу. Угу. Ага. Ну, блин, опять 12. И сюда. И на сколько-то секунд? На 60. Опа. На 60 секунд поставил. Вареная картошка. Блин, да сколько же супов-то мне нужно, а? Сколько же мне кастрюль-то иметь? Пойдем за еще одной кастрюлей. Да вот тут она где-то... Вот она. Она и есть. Наливаю воду. Литр воды. Литр, не 1000 миллилитров, хочу заметить. Угу. 20 грамм соли. Угу. Как не очень получилось-то. Да идеально все, идеально, угомонись. Не звени там. Так, и еще раз я тебя завожу на минутку. Еще одну картошку надо бросить, чтобы было вообще все отлично, чтобы никто не пожаловался даже. И включаю. На 120 секунд. Сразу возьму тарелку. И просто буду ждать. Получается, в целом-то мы уже с тобой... Опа, сейчас. Что такое? Мы с тобой уже настолько приигрались, настолько придрочились к этому кукингу, что вот получается все идеально с первого раза и всегда практически. То есть, только вот единственное, что свинина на кости не особо зашла, да, потому что там что-то было... Соль недостаточно, ну еще там что-то было. А так-то в целом у нас вообще все хорошо получается. Угу. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Хорошо. Так. Ну и картошку можно тоже на минутку сейчас бросить. Потому что, я так понимаю, половинка-то уже прошла. Прошла. Ага. Лососевич положил. Минута пошла. Что стыковать вот с этой делать? Куда ее девать-то? Ее даже в холодильник не положишь. Может, ее в шкаф какой бросить? Вот в этот, например. Ну, хрен ли нет, давай здесь будет она теперь лежать. Все измельченные овощи и неиспользованные будут лежать здесь. А почему?
Чё, занято, что ли? Не пойму, в чем проблема-то. Да ты... Придумываешь тоже, ну. Не хочешь класть, и все, представляешь? Давай уже, давай, давай, картошка. Картошка, давай уже. Опа, хорошо пошло. Угу. Ну, конечно, ты упадешь, куда же еще-то? Хорошо, что когда носишь, вот так вот делаешь, она не падает. А я... А что, анализировать больше нельзя? Кончилась анализ это, да? Больше ничего сделать нельзя? Это обидно вообще-то. А это что такое? Это типа быстрый заказ, нельзя ждать? Или что? Слишком много масла в стейке. Да пошел ты в жопу. Там было на 2 мл больше всего. Гость передает вам комплимент за вкусную еду. Только не расслабляйтесь. Я не пытался даже расслабляться. Так, хлебушек положу вот сюда. Опа, новое. Бульон из утки. Там утка тоже лежит. Это ж не только бульон. Вода 1300. Так, где кастрюля? А что здесь? А, вот это вот надо выбросить. 1300 воды. Это мы без проблем. Можно еще жидкого мыла налить. Хорошо. Ага. Соль 10, черный перец 10. Че порезать? Подожди, че порезать? А, потом утиную грудку достать, что ли, надо и порезать, или что, я не пойму. Видать, да. Соль 10, черный перец 10. Давай по очереди. Иначе я запутаю сейчас и все. Черный перец 10, утиная грудка 560. А где она? Вот это? Да, 560 это две утиные грудки. Договорились. Угу. Раз, два. Что там дальше-то? Еще один рецепт. Морковка 70 и репчатый лук 120. Морковка тоже одна штука, да? Ну, по граммам, да. Теперь варить 80 секунд всю эту канитель. Да? Да, 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 да. Где таймер? 80 секунд. Так, так, так. Так, так. Так. Чё там с макарошками? В кастрюлю ингредиенты. Вода 1000, соль 5, фузили. Ага, понятно, ясно. Давай еще кастрюлю купим, хуже не станет никому. Все ненужные кастрюли будут стоять здесь. Не то чтобы ненужные, просто... Просто ненужные. Просто ненужные. У меня денег просто вагон, поэтому я покупаю кастрюли. Потому что могу. Что там надо-то? Воды, да, надо добавить? Литр воды и соль 5 грамм. Литр воды и 5 грамм соли. Договорились. Угу. Сейчас сделаем все. Сейчас в лучшем виде все будет. Что такое фузилли? И откуда мне их взять? Интересно мне узнать. Здесь где-нибудь они растут? Нет. И здесь тоже нет. Обидно, досадно, но ладно. Видать, они где-то здесь. Жидкости разные, продукты. На Ф. Тихо, 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 тихо. Заканчивай. Теперь. С этим чудо-блюдом. Ладно, тут 5 минут еще есть, а вот тут 4 уже остается. Жарьте, блядь, варите. Это что такое-то? Как так можно все это сделать-то?
Варить 45... 160, короче, вот этих макарошек надо купить. 160. А сколько тут? Ну, чутка больше, чем надо, насыпал. Ну, ничего страшного. И зачем вообще столько варить? Сколько там секунд-то это надо было делать? 45 секунд. Договорились. 45 секунд. 45 секунд на макарошки. Переместите в блюдо для запеканки. Сохраните воду. Порежьте ингредиент чеснок на половинки по 5 грамм. Это не половинки, это... Бляха-муха, добавьте на сковородку ингредиенты. Ой, оливковое масло жарьте. Хлопья чили. Вода. 50 миллилитров. Ёб твою мать. Все в то же блюдо для запеканки подавайте горячим. Свежей петрушкой украшать. Это же вообще ад просто. Это же не блюдо, это ад. Выключай. Сколько тут осталось? Еще 4 минуты. Ладно, тут порезать и налить осталось. А вот тут, блядь, куча всего. Добавьте на сковородку оливкового масла. Договорились. 40 миллилитров оливкового масла. 40 миллилитров оливкового масла. Это топленое. Мне нужно оливковое. 40 миллилитров оливкового масла. Ну, плюс-минус. Теперь... Чеснок. А чеснок нужно нарезать на половинки по 5 грамм. 40 грамм чеснока нужно порезать по 5 грамм. А, это половинки. Я понял, что за половинки. Ну-ка. Блин. Я понял, что это такое. Я, короче, сейчас. Так. Ну-ка. Так. Так. Стой, где чеснок? Где еще-то один? Вот так, короче, сделаю сейчас. Все, хорошо. Теперь. Все это... Всю эту хероту надо просто пожарить. Угу. Сколько-то секунд надо жарить. Сколько хрена он знает. 15 секунд надо жарить. 15, мать его, 15. Ладно. Потом нужно добавить на сковородку ингредиенты. Хлопья чили, вода, фузили. Угу. Ох, блин. Хлопья чили. А хлопья чили-то я откуда возьму? А? Хлопья чили-то мне откуда взять? Тут же, наверное, продаются, да? Хе-хе-хе, хлопья... Бляха-муха, я не вижу здесь хлопья чили. Хлопья чили, вот они. Купить хлопья чили. Сколько хлопья чили? Я вижу. Хлопья чили. 5 грамм, вода и вот эти вот макарошки. Угу. Хер его знает, насыпал вроде чего-то. Туда нужно добавить. Вот эти вот макароны. И 50 грамм воды. Да, блядь, не то сделал. Пиздец. Ну, молодец, я что могу сказать. Ну, еще давай варить. Каша, короче, получается. 15 секунд. Переместите все в то же блюдо для запекания. А какое блюдо для запекания? О, я все перепутал, короче, я понял. А, или не перепутал. Да хрен его знает, короче, пофигу. Где тут блюдо для запеканки? Вот блюдо для запеканки. Отстаньте от меня с новыми заказами. Я, блядь, вот эти макароны-то еще не... Мне бы сдать эти макароны. Садитесь жрать, пожалуйста, как говорится.
Ну. Давай. Хорошо. Главное, чтобы этот критик не попросил такую кашу. Я просто не смогу ему это подать. Даже не говори ничего. Серьезно, блин. Как тут можно вообще сказать, что это вкусно? Там же просто вода в макаронах. Че там пожаловал гостей? Ну-ка мне... Украшение забыл. Серьезно. А так все хорошо. Ты шутишь, что ли? Ой, блядь. Если для тебя это хорошо, тогда я тебе соболезную просто. 23 секунды. Тут же оставалось только порезать. Бляха-муха. Блин, что делать-то? Утиную грудку надо порезать на часть по 35 грамм. А я ее не возьму даже. Мне нужно ее на доску положить. Утиная грудка. Если в ней в одной 280 грамм, нужно порезать по 35 грамм. Твою мать. Хватит тикать. По 35 грамм. Погоди. 280 по 35. Что такое? 250 по 30. Не знаю сколько. 280 по 30. Тоже не знаю сколько. Это, короче, что-то около 300 на 30. Короче, на 8 чуть... Нет, подожди, блядь. Математика. 280 надо разделить на 35. Это же не так сложно. Да? 210 на 3 на 30 будет 7. 35, 245. Короче, на 8 частей режу в пизду. Режу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, почти как и положено было, да. Надо подать все это дело. А, подожди. По 35 грамм? Да, почти да, почти по 35. Суп 300 и утиный 140. Угу. А, глубокую тарелку мне нужно. Глубокую тарелку надо. Срочно глубокую тарелку несу. Беру поварёшку. Беру суп. Ух, ебать, колотить. Вот это месиво. Вот это... Нет. Да положи ты, ёб твою мать. Зачем я морковку-то тут забрал? Дурил ты. Так, и сколько там надо, получается, 140 этой ерунды? Раз, два, три, ну плюс-минус там получается, да, уже 40, 30, 30, это 60, не, ну еще один. Ага, а, что там, украшать не надо? Ничего не надо украшать, вкуснятина. Немножко просрочил, ну и ничего страшного, на минуту, подумаешь, блядь. Не удивлюсь, если 5 звезд будет. Только скорость проканала, ну, точнее, подвела. Проканал-то все. Жалобы гостей. Неправильное количество продукта. Да тебе больше насыпали, ты че? Бульон из утки слишком холодно. Но он остыл, конечно, он там стоял сколько времени. Так. Чего за бульон из утки? Подожди, нет, зависло что-то. 2,5 килограмма ветчины. Хоть бы это был последний заказ, я просто уже не справляюсь, по-моему. Кастрюлька вон туда, это вон туда брошу. Там, кстати, пожарилась уже половина. 5 секунд. Это все уже в горло пересохло. Все. Сил моих нет. Какая рождественская буженина, он на улице, тепло. Возьми продукт ветчина. Откуда я его взять должен? Взять-то откуда? Так, погоди. А ветчину-то я откуда возьму? Эй, кто-нибудь объяснит? Пожалуйста, объясните мне продукты ветчину. Ветчина, ветчина. Вот она. А почему ее нет в свободном доступе-то? 2,4, как положено. Взял продукт, приправить чесноком, сушеным лавровым листом. Ага, понятно, сейчас пойдем туда лучше. Здесь телевизор завис, что делать? Блин! Суета, прям не могу, я не хочу так быстро все делать. Сушеного чеснока 40 грамм.
Сушеный чеснок 40... Где сушеный чеснок? Сушеный чеснок... У меня нет сушеного чеснока, что ли? Ты чё, ошалел? Как так-то? 40 грамм сушеного чеснока. Ну вот эту вот хреновину. 40 грамм. Хорошо. Дальше чё? Сушеный лавровый лист 8 и душистого перца 15. У меня душистого нет, по-моему. Черного 18, лаврового 8. Не, лаврового нет, блядь. 18. 18, да? Может и нет. Может я где-то ошибся. Я уже забыл, что я делаю вообще. Погоди. Черного есть, сушеного чеснока есть. 100 секунд туда. Ёп твоим, как много всего-то. А, душистый перец молотый 15, лавровый лист 8. Пойдем лучше купим. Быстрее выйдет. Лавровый лист. Готово дело. Зачем-то я его купил. А, молотый душистый перец... Нет, подожди, я... Что покупают вообще? Душистый перец молотый. Наверное, то. Так, его нужно 8, да? Нет, душистого 15, а лаврового 8. Душистого 15, лаврового 8. Душистого 15, лаврового 8. Откуда столько специй-то мне? Зачем столько специй нужно? Лаврового 8. Хорошо. Теперь что делаю с этим? Я взял продукт, заправка, мед, белое вино. На какой тот же-то? На противень. Противень-то у меня где? Вот он. С солью лежит. Беру. Так. Просто кучей насыпал всего. Медом и белым вином. Мед 120, белое вино 200. Вкусно должно получиться-то. Белое вино. Где мне белое вино? Жидкости белое вино. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, стуканулся. И меда. Меда надо купить. Меда. 120, этого 200. 120 и 200. Хорошо. И 200 вина. Я надеюсь, что я делаю все так. Беру, значит. Ставлю в духовку на 100 секунд. Ага. На 120 секунд, короче, я это все ставлю, а потом уже думаю. Так. Так. На 120 секунд, это же 2 минуты, твою мать, у меня осталось 2 минуты. Порежьте ингредиент, апельсин 180 грамм. На части по 30. Ага. Короче... Ага. Ладно, сложно, но понятно. Для начала нужно взять апельсин. Ой, а чё он чищенный-то сразу? Ни хрена себе там дыра. Ошалеть. О, эта утка еще лежит. А давай-ка мы ее это... Как тебя повернуть-то? Вот сюда положим, чтобы это не мешалось мне. А, ну и, в принципе, сюда доску положу. Где апельсин? Беру апельсин, кладу его на доску, беру нож и режу... Зачем, блядь, ножом резать апельсины? Вы вообще, что ли, совсем кукушки там поехали? 180 половина 90, это, короче, на 6 частей апельсин порезать. Да вы чё, ошалели? Это получается пополам. Вот так пополам. И вот так пополам. Да? Ох, господи. Не, слишком я пополам нарезал, да? Хотя, не, вот эти части нормальные. Так.
Беру, значит, большую тарелку. Ну, потому что хочу большую тарелку. А, на нее помещаю одну апельсинку. 28-граммовую. Беру, значит, что там еще в конце нужно? Веточка розмарина, 5 грамм. Пойду за розмарином, пока сгоняю. Розмарин. Розмарин, 5 грамм. Хорошо. И получается, мне нужно сюда еще напихать вот этой вот всей канители, которая мешается. Так, выключайся. Не гуди. Беру противень, несу сюда. Беру доску. Беру на доску ветчину. И насколько мне ее резать надо? Погоди. Надо по 300 грамм. Точнее, по 150, 2400. 2400 по 150 это сколько? 2400 на 300 это 8. Короче, на 8 частей еще раз пополам. Это можно пополам и 4 части, а потом напополам. Ладно. Это можно вот так вот резать. Скорее всего. Вот так где-то. Вот так. Раз. А потом на 4 части. Раз. Где-то вот два. И где-то вот тут три. И получается, что вот это вот дело... Да, 303... Вот, вот этот вот кусок беру. А можно его как-нибудь вытащить оттуда? Ну, пожалуйста. Беру нож. Нельзя резать, ведь... Ёб твою мать, серьезно что ты? А можно мне прихваточку? Сейчас нарежем. И вот это пополам. Делов-то. Ишь вы какие все. Вкусно получится, не? Как ты думаешь? А возможно и невкусно, но мне уже какая разница. Я уже все приготовил и просрочил. Пойди вот. Я не знаю, зачем такая большая тарелка, правда. Бля, 4,5 звездочки. А что не нравится-то? Что не нравится по вкусу-то? Все же хорошо, гость доволен. Плохая техника резки. Ну уж с техникой резки, извините, извините, с техникой резки я уж ничего сделать не смог. Как смог, как получилось. Я первый раз такой огромный кусман резал. Ну все, получается, давай убираться и, собственно говоря, заканчивать на этом серию, потому что я уже, получается, день прошел, и слава богу. Не дай бог мне жить, точнее, работать в ресторане. В ресторане готовить я... В таком не смогу. Тем более, когда ты один повар на всем этом. На всем побережье. А можно какую-нибудь какую-нибудь взять миску, чтобы на нее мусор весь сложить? Где тут макароны? Вот они, макароны. Угу. Да что ты делаешь-то? Я хотел взять вот эту хреновину, которая называется чеснок. И взять вон те вон макарошки. Вон те макарошки хочу взять. Ага. Хорошо. Теперь это все выбрасывается. Благополучно. Вот это поставлю сюда. Это что такое? А, утиная грудка. Ну, что, она еще горячая, что ли? Ты серьезно? Да ты издеваешься. Такого быть не может. Что здесь еще протереть надо было? Вот тут вот надо протереть. Стол. Стол протру сейчас. Ой, нет, вот так. Стол протирается. Угу. Ну и в целом-то... А, ну это ржавчина, это уже не отмывается, это уже все, это уже с концами. И получается, бросаю сюда все. Эта каша пусть пока стоит, не особо идеально приготовленная, но и ладно. Да и в целом, наверное, все. Давай на этом прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии, в других видео. И пока.